сейчас будет песня «Осла и кота». Только что произошло слияние. Следующая песня. После этого осел рассказал о своей жизни. У осла жизнь была намного сложнее. Он жил на ферме. Ну, это отсылка к Оруэллу, к «Скотскому двору». Он жил на ферме. Он философ. И когда все звери начали себя вести как люди, он говорил, что же вы делаете, как же себя вы ведете, свиньи как люди. Он пытался вдолбить, что нельзя быть как люди. Потом, в конце концов, плюнул и ушел от них. Вот он все это коту сказал. Для кота, конечно, это что-то думал, кот думает, нафига мне это надо? Это какая-то глупость какой-то и так далее. Не, я уже тихо спокойно, я кот, у меня пупичок, у меня молочко. Не надо мне этих завоеваний, бунтов. Не надо. И тогда осел его уже конкретно взял в кулак и начинает втолковывать. Почему? Да потому что. Почему? Да потому что. Потому что это так. Ла-лай, ла-лай. Ла-ла-ла-ла-ла-лай. Кто им нужен?